Тихо, подожди. А, пожалуйста, смотрите. У меня очень много моделей. И цвета все есть, и размеры. Угу. И посмотри. Посмотри. Тебе нравится? Нет, не нравится. Ну, рукав хороший и вырез, как ты любишь. Мам, пойдем, а? Слушай, ну мы так ничего не купим. Давай посмотрим. Не надо мне здесь ничего покупать. Привет, пап. Привет. Извините. Я сейчас к папе поеду. Опять? Я что, не могу к родному отцу съездить? Да можешь. Ну, а как же вещи? Мамуль, понимаешь, это рынок. Мы тут ничего не купим. Тут все ниже плинтуса. Я поехала. Доброе утро. Привет. Чайник поставь. Угу. Куда ты в такой рынок намылилась? К папе. Ты же вроде вчера у него была. Угу. Потому и ухожу. Жить. Насовсем. Как это? Только не надо меня уговаривать. Я все решила. Так, подожди минутку. Ия! Слушай, ты можешь мне объяснить, что вдруг произошло? А ничего не произошло. Я не хочу так больше жить. Я не хочу так, как ты. А как я, это как? Копейки считать, с рынка одеваться. Папа меня оденет нормально. Будет у меня комната своя, хорошая. Что, у тебя плохая комната? А что, хорошая? Посмотри на эту мебель. Обои отваливаются. Мне друзей стыдно приглашать. Неужели ты не видишь? Слушай, ну я же тебе обещала, что летом мы сделаем ремонт. Потихонечку всю мебель поменяем. Ну ты что, забыла? Мам, не в ремонте дело. Да, у нас квартира в центре города. Целое состояние. Да давно надо было ее продать. В этой квартире твоя бабушка родилась. Потом я. Здесь ты выросла. И я надеюсь, твои дети тоже здесь будут жить. Потому что это наш с тобой дом. Нельзя его продавать, но неужели ты не понимаешь? Папа так и сказал. Мать сказала, ни за что квартиру не продаст. Ну и на ремонт не наскребет. А я смотрю, вы с отцом основательно поговорили. Да, поговорили. Мы бы и раньше это сделали, если бы ты не мешала. И вообще, мам, не я с ним развелась, а ты. Ой, шофер приехал. Я пошла. Подожди, ты ключи не забудь. Вдруг я на работе буду, когда ты вернешься. Взяла, но не вернусь. Деньги на проездной. Мам, не надо мне никаких денег. Мне папа все даст. Успокойся. Господи ты, боже мой. Пока. Ия! Здравствуйте. Здравствуйте, извините.
Можно? Подождите, пожалуйста. Здрасте. 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 Привет, Даша. Привет. Погоди минутку, я тебя вызову. Привет, Гриша. Здрасте. Здрасте, Нина Ивановна. Здравствуй, Дашенька. Как выходные? Да вроде нормально, спасибо. От чего круги под глазами? Не знаю. Может, не выспалась. Ой, Прошкину вызовите, пожалуйста. Ох уж это Прошкина. Была бы моя воля, я бы ее на товарищеский суд вызвала. А потом бы родительский прав решила. Шалаву такую. Нина Ивановна, позовите ее, пожалуйста. Ну, что-то строгая такая. Прошкина, заходите. Здрасте. Здрасте. Здрасте еще раз. Здрасте, скажи. Здрасте. Здрасте. Пожалуйста. Проходи, Гришань, садись. Так. Ну что, как ты себя чувствуешь? Хорошо он себя чувствует. Настроение отличное, аппетит хороший. Выписывай. А ты не забыла, что ему завтра к отоларингологу надо подойти? Да помню я. Только толку-то от него, мне кажется. Ну не скажи. Мне кажется, у него гораздо лучше со слухом стало. Ну где же лучше-то? Он меня как не слышал, так и не слышит. Ну, открой ротик. Скажи «а». «А». Так, ну, горлышко чистое. Так что завтра в школу пойдешь, да, Гришань? А музыкальную можно? Ну, конечно, можно. А мы не ходим больше в музыкальную. Почему? Так он же не слышит. Даш, я это... ремонт затеяла в коридоре. Угу. Может, возьмешь к себе Гришу на пару дней, а? А то ремонт грязище будет. А в школу же он у меня сам ходит, ты помнишь? Да я помню. Ну да. Хорошо, позвони мне. Ну что, Гришань, погостишь у меня пару дней, а? Хорошо. Алло, Ия. Привет. Ну, у тебя все в порядке? Ну, поговори со мной хотя бы минутку. Ты вернешься сегодня домой? 28-й кабинет, второй этаж. Сумма на вашем счете недостаточно для звонка. Господи. Лёликова! Ау! У меня для тебя подарок. Прими еще два вызова. Да приму, конечно. Знаете, Семёновна, а можно от вас позвонить? У меня деньги на телефоне кончились. На городской можно, на мобильник нет. Ну ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Машину, пожалуйста, переставьте тут. Ну чем она тебе мешает? Ну здесь не положено. Там ее реально поставить негде. Вон, вон, место есть. Поставьте, просто. Даша. Олег. Даша! Дашка. Осип, вот это ты что? Ну а кто? Сколько лет? Да уж, лет 10, наверное. А ты где-то здесь работаешь, что ли? Да вот, конечно. Да? Слушай, ты прекрасно выглядишь, просто красавица. Да ну прекрати, ладно тебе. А что, чем-то расстроена? Что случилось? Нет, ничего, просто не ожидал тебя увидеть. Даш, послушай, ну, 10 минут. Подожди меня, я сейчас быстренько тут в контору в одну забегу, потом с тобой сядем, поболтаем, ты мне все про свою жизнь расскажешь. Олеж, прости, не получится, у меня вызов очень много. Почему? Подожди, давай я вечером к тебе приеду. Давай, ты там же живешь, никуда не переехал? Там же, не переехал, я очень поздно закончу сегодня. Нет, я к тебе приеду в 8 часов, хорошо? Как я рад тебя видеть, Даш. 8 часов, договорились? Ну, договорились. Все, до встречи. Пока. Пока. Нету. Телефон не отвечаешь. Ну, что такое?
Черт, у меня же деньги на телефоне кончились. Ну, я поняла уже. Слушай, прости, подождишь, я метнусь быстренько, положу, вдруг Ика позвонит. Я положила тебе уже, положила. Спасибо. Ну, вообще из головы вылетело. Ой. Знаешь, день какой-то ненормальный. Расхляпа. Проходи. О, Даш, ну когда ты ремонт сделаешь? Может, штукатурка уже сыпаться скоро на голову начнет. Когда мужа мне богатого найдешь, тогда и сделаю. Угу, найдешь. Себе с трудом нашла. И то, знаешь, он такой ревнивый стал. Ну, вот говорит, увижу с кем-нибудь, убью, все. Слушай, а где Ика? С кавалером? А Ика ушла жить к Сазонову. Да ладно. С чего вдруг? А я откуда знаю? Ни с того, ни с сего. Сказала, я так больше жить не хочу, ухожу жить к отцу. Знаешь, что меня пугает? Что он всю жизнь Ику обузой считал. А сейчас вдруг не с того, все такой добрый стал. Ну, с чего это? Может, она ему нужна для чего-то? Для каких-то целей. Ну, Даш, ну не выдумывай, не нагнетай цели еще какие-то. Ну, это же Сазонов. Ну, он, конечно, свинья, конечно. Но он же не чудовище какое-то, в конце-то концов. У него есть сын. Ну? Но он маленький еще. Так. Может, Сазонов решил, что ему для представительности дочери взрослой не хватает? Думаешь? Ну, а что, она симпатичная, учится неплохо. Английский знает. Он всегда любил пыль в глаза пустить. Скотина. Ухожу от погони! Сдавайся! Я? Сдаваться? Аккуратно, аккуратно. Как? Да. Вот так. Фу, поиграй с ним. Хорошо. Садись, Кирюш. Ты готова? Так. Мы с папой уходим. Будем около 11. Не забудешь дать ему кефир? Конечно, не волнуйтесь. А мы мультики посмотрим, да, Кирюш? Никаких мультиков. Почитаешь ему, чтобы в 9 свет выключил? Сооруди там что-нибудь на ужин себе ему. Бутерброды какие-нибудь. Хорошо, конечно, папуль. Кирюш, возьми фломастер. Так, ну поехали. Да, мам. Здравствуй. Нет, я не могу. Я занята. Эй, ну послушай. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Полез всякие грибы, да? А что, мать ее легко отпустила? Знаешь историю, которую не умел? Сильно сомневаюсь. Но Ика упрямая. Так, ну ты вообще уверен, что она ради нее пойдет на такие жертвы? Вот в этом я уверен на 100%. Для моей бывшей не существует такого понятия, как материальные ценности. Она просто не знает, что это такое. Сначала поселим ежика. Так. Такого, да, вот который... Пошли. По лесу всякие грибы, да? Какой мы с тобой видим дом? Давай вот такой, с крышей. Пряничный, давай. Привет. Привет. Все вспомнил. Я не понимаю. Ты почему не готова еще? Ты меня прости, пожалуйста, я совсем забыла. Так. Нет. Никаких извинений не принимается. Ну, как семья? Муж процветает? Вполне. Только мы с ним развелись. Прости, не знал. А дочь? Прости, сейчас. Алло. Да, я слушаю. Нет, скорее всего, это уже не простуда, это вирусная, поэтому чай с малиной не помогут. Давайте так, поднимется выше 37, давайте жаропонижающее. Если будет подниматься выше, то придется, наверное, перейти на антибиотики. Я тогда вечером позвоню и все вам уточню, хорошо? Да, до свидания. Хотел спросить, как на работе, но и так понятно. Мне нравится. Я не сомневаюсь. Ну, а ты, наверное, в какой-нибудь платной клинике работаешь? Да ну, Даш, я уже давно ушел из клиники. Я вообще завязал с медициной. Я сейчас продаю дизельные генераторы. Да ты что? А ты помнишь Сашку Губарева?
Да. Вот мы с ним вместе фирму организовали. Жалко. Про Сашку говорили, что он хирург от Бога. Лучше бы ему Бог зарплату нормальную платил. Господи, какие же все смешные, а? А у меня нет такой фотографии. Сто лет никого не видела. Сейчас они встретятся у всех. Дети, семьи. Ой, слушай, а мне жаль, что у тебя так с Сазоновым-то получилось. Хотя до сих пор не могу понять, почему ты за него замуж выскочил. Да потому что он очень красивый был. Всегда понравиться умел. Да черт его знает почему. Я 16 лет себе уже этот вопрос задаю. У меня дочке уже 15. Она сегодня поехала к нему. Сказала, что хочет пожить с отцом. Ну, он же все-таки отец. Как предки? Предки? Хорошо. Окончательно на дачу перебрались. Даже из квартиры выписались. Так что мы с Икой теперь как две королевы. Вдвоем на 100 квадратных метрах. Ты просто богатая невеста. Да уж. Слушай, вот это отличное вино. Его пьешь, от него не пьянеешь. Правда? Да. Держи. За встречу. Давай. Даш, ты знаешь, что ты очень красивая? Что? Ты помнишь, что ты очень красивая? Помню. Ты говорил когда-то. Говорил. Но ты меня не слушала. Ну, что с тобой случилось? Ты же совершенно измотана. Когда ты отдыхала последний раз? Куда ездила? В прошлом году. Да? Да. А, может, в Египет? Или Турцию? На Канары? На дачу. Огурцы зажать? Ну, почему? Кабачки. Кабачки. Да, вот... Ику я хотела отправить куда-нибудь в Черногорию или в Болгарию. Ты представляешь, она до сих пор на море-то не была ни разу. Мне ей подружка сувенир такой небольшой привезла из Греции. Маленький мешочек, а в нем песок. Белый-белый. А хочешь поехать на Сицилию? На Иолу острова. Море теплое, горы высокие. Не плачь. Отвезешь меня домой? Домой? Домой. Вдруг Ика вернется. Но она же с отцом. Она вернется. Папуль, слушай, мне так все понравилось. Надо будет еще раз туда съездить. Здравствуйте. Что вы так долго? Вы выбирали. Давай, давай, давай. Вы что, весь торговый центр скупили? Ну да. Привет, пап. Пап, я это, пойду померю, хорошо? Давай, давай, иди померяй. У нас, кажется, финансовые затруднения. Ну и фиг с ними, с долгами. Миллионом больше, миллионом меньше. Сколько ты потратил? Так, я... Прошу тебя, давай не цепляться, ладно? Я ее должен был одеть, чтобы она почувствовала разницу между мной и матерью. Она для чего здесь, в конце концов? Я в офис. Ой, привет. Здрасте. Почему Ика в школу не ходит? Она заболела? Как-то не ходит. Вот так. А, ну да. Ты прости, я очень тороплюсь.
приличных местах уличную одежду полагается вообще-то снимать. Что с Икой? Она заболела? С чего бы? Она жива-здорова. Здоровее, чем мы с тобой. Тогда почему она в школу не ходит? Разве сейчас не каникулы, нет? Нет сейчас никаких каникул, сазонов, и ты это прекрасно знаешь. Откуда? Послушай, вот честное слово, я не хочу с тобой ссориться. Послушай, Лёлька, я с тобой прожил 5 мучительных лет. Эти годы вырваны из моей жизни, а не в мусорном ведре. Давай не будем начинать все. Ты зачем ее забрал? Пожалел. Что? Она ж не виновата, что у нее вот такая мать, которая ни одеть не может нормально, ни накормить не может нормально. Мне стыдно, Даша, что у меня дочь как оборванка. Перед друзьями стыдно, перед женой стыдно. Правда? Да. И то, что она ушла ко мне, это нормальный выбор здравомыслящего человека. Это нормально. То, что она в школу не ходит, это тоже нормально. А я ей куплю аттестат. Чего ты переживаешь? Я ей диплом куплю. Я куплю все, что понадобится. Есть ко мне еще претензии? Если нет, то до свидания. У меня очень мало свободного. Послушай меня внимательно. Если ты будешь продолжать ее калечить, приобщить ее в моральный урод, которому ничего не нужно, кроме денег, и неважно, какой ценой, я тебя... Что? Я просто приду и убью тебя, ты понял? Что с тобой, Лёлька? У тебя новая куртка. Угу. Нравится? Мы с папой купили. Мы много чего купили. Кирюшенька, не бегай тут, пожалуйста. Иди на площадку. И капюшон надень, замерзнешь. А ты разве не в школе сейчас должна быть? Почему ты с мальчиком гуляешь? У него что, няни нет? А ее уволили. Да и папа считает, что с ребенком вообще не должны сидеть чужие люди. А я сестра. Ну, понятно. А мама где? Ей некогда. Она папе помогает с работой. А что тебя не устраивает? Меня не устраивает, что ты живешь здесь, когда у тебя есть собственный дом. Еще меня не устраивает, что ты в школу не ходишь. А мне здесь нравится. А насчет школы мы уже все решили. Папа устраивает меня в модельное агентство. Ну, а там образование не важно. Там главное внешность. Ну и связи, конечно. Ты что, правда хочешь быть моделью? А кто не хочет? Конечно, хочу. Ты знаешь, сколько они зарабатывают? И я. Одна из тысячи. Вот я и буду той самой одной. Мам, ты, конечно, не обижайся, но ты какая-то отсталая. Ты живешь все время по правилам. Так нельзя. Ты хочешь сказать, все так живут, как мы с тобой жили? Не все, но многие. Знаешь, кто так говорит? Неудачники. Кирюшенька, пойдем домой, пойдем. Нина Семеновна, да. Заберете? Спасибо. Ой, Оль, слушай, я же тебе деньги должна. Спасибо тебе огромное, что выручила. Держи. Да на здоровье. Тебе точно не сложно, а то я могу подождать. Нет, нет. Я же зарплату получила. Ну, ну смотри, пока. Даш! Ау! Даша! Звонила Прошкина. Я ей сказала, что ты уже ушла. Она просила мобильный, но я не дала. А что случилось? Забыла. Я же обещала Гришку забрать. Давайте так, если она еще раз позвонит, скажите, что я к ней выехала уже, ладно? Ну, конечно. Ну, все, счастливо. До свидания. Когда меня мама заберет? Скоро.
Гришань, скоро. Когда у вас ремонт дома закончится. А то сейчас там пыль, грязь. Ну зачем тебе гадости всякой дышать, правильно? Нет у нас никакого ремонта. Здорово играешь, умничка. Ты ведь слышал, что я сейчас сказала, да? Гриш, ты притворяешься, что плохо слышишь? Малыш, а зачем? Чтобы маму не слушать? Когда у меня болели уши, я не слышал. А ее я слышал все равно. Кого ее? Маму? Музыку. Я ее слышал не в ушах, а где-то внутри. Мама говорит, что это ненормально. Ну что ты? Это замечательно. У меня есть Икина нотная тетрадка. Ты в следующий раз, когда эту музыку услышишь, ты запиши ее нотами и сыграешь потом мне. Ладно? Мне ведь тоже интересно, что у тебя там за музыка такая звучит. Алло. Привет. Я боялся, что номер изменился. А, привет, Олег. Ты забыла у меня кое-что? Серьезно? Что? А я привезу. Не возражаешь? Я тут рядом. Ну, хорошо. Гришань, сейчас ко мне один знакомый заедет. Вот теперь уже не надо делать вид, что ты меня не слышишь. Все понятно, я не буду вам мешать. Я сейчас спущусь. Подожди. Гриш, я буквально через 2 минутки приду. Это то, что ты у меня забыла. Держи, это тебе. Спасибо. Привет. Привет. Ну что, ты меня даже в дом не пригласишь? Ну, прости, я не могу. Даш, у тебя есть кто-то, да? Нет, у меня никого нет. Просто там сейчас маленький мальчик, сын моей одноклассницы. Она очень попросила с ним пару дней посидеть, поэтому не очень удобно. Ну, прости. Так познакомь меня с сыном своей одноклассницы. Не получится. Он очень стеснительный, и он сейчас расстроен. Прости, не получится. Значит, я, как всегда, приехал не вовремя. Да нет, не в этом дело. Просто я действительно подумал, что что-то забыла у тебя. Да нет. Ну, в следующий раз приеду вовремя. Ну, ладно. Пока. Пока. Куда собрался-то? К вам же знакомый приехал. Раздевайся, мультики пойдем смотреть.
Гриш, помоги, пожалуйста. Конечно. Вот. Держи. Тебе нравится такой цвет? Красивый. Ну ладно, иди играй. Привет. Привет даже тебе. Спасибо. Ай, какой ты невероятный букет. Как она? Мне такие никогда не дарили. Раздевайся. Я неблагодарные пациенты. Да нет, ну почему неблагодарные? Возможностей таких нет. Они мне дарят. Да? Соленые грибы, варенье. Да, ну ты знаешь, не откажешься, так они обидятся. А? Обувь можешь не снимать. Пойдем. Кофе будешь? Да, с удовольствием. О. Пойдем, пойдем. Даша, а этот... Нет. У мальчугана-то долго будет еще у тебя жить? Честно, не знаю. Маме звоню все время, она трубку не берет. Ага. Слушай, ты смотри, как ничего не изменилось. Угу. Вот эту фотографию помню. Да. Она была. А мы сегодня к моим родителям собираемся. Может, поедешь с нами? Я у них уже недели две не была. К родителям? Ну, значит, у меня есть такой план. Сейчас берем Сашку. Гришу. Ну да, извини, Гришу. Берем Гришу, едем к родителям, там его оставляем. Ну, побудем какое-то время. Поедем в ресторан, посидим, выпьем чего-нибудь. Ну, а завтра парня заберем. Ты прости, но я не могу пристраивать ребенка к бездомному щенку. Я не понимаю, почему ты так к нему привязана? Он не бездомный, у него есть мать. Да, есть. Даш, ладно, Даш, ну я все понимаю. Но мне хотелось бы побыть с тобой вдвоем, чтобы никто не мешал. Ну не могу я его сейчас бросить. Освободишься, позвони тогда. А это лесник? Нет, это мой папа. Он математику в институте преподавал, теперь на пенсии. Привет! О, кто к вам приехал? Ну, знакомься. Ну, здравствуй. Это Гриша, это Виталий Петрович. Пойдем в дом. Почему ты без куртки, пап? Да ничего. Что ничего? Сейчас ничего, через... Сейчас температура поднимется. Давай, отряхивай ноги. Скорее. Молодец. Давление как у космонавта. И прекрасно. Ну и слава богу. Гриша, иди в шахматы сыграем. Гриша, иди. Иди к деду. Как там Ия? Учится хорошо, что-то не звонит нам совсем. Да все нормально, мам. А Гриша ей не мешает? Нет, ты что? Вишневая. Угу. Я тебе с собой приготовила. И еще капусты положила. Не знаю, только дотащишь ли. Ну, у меня помощник. Так, какими же сегодня будешь играть? Этими. Белые. Значит, я первый хожу. Ну, давай. А, слушай, ты Олега Осипова помнишь? Олега? Какого Олега? Научился со мной в институте. Такой высокий, светленький, симпатичный. А, это который цветы тебе в то время таскал, да? Он так красиво ухаживал. А, еще вы целовались с ним, да? Под моей шубой в прихожей. Ну да, да. Помню. Ты представляешь, недавно неожиданно столкнулись. Ну, в общем, мы с ним встречаемся. А он разве не женат? Был, развелся. Может, я за него замуж выйти? Чего бы? Он, по-моему, и тогда тебе не особенно нравился. А теперь ты с чего? Ну, что-то ты здесь серьезное задумал. Так, вот, молодец. Связала. Молодец. Передай Ике. Носить, наверное, не будет. Не модно. Да ты что? Сейчас самый писк.
Спасибо. Глянь, и мне как раз. Угу. Мам, ну так что насчет Олега-то? А ты его любишь? Ну, я его давно знаю. Даш, с каких это пор давно знаю и люблю одно и то же. А Ия? Ия как к этому отнесется? Ты знаешь, мне кажется, хорошо. Ия! Привет, мамуль! Ну что ж ты нараспашку? Ну-ка застегнись, Елена, ты ж простудишься. Застегивай. И опять без перчаток. Ну ты посмотри. Вот, бабушка тебе связала, держи. Спасибо. Как там дед? Ничего, нормально. Скучают они к тебе. Может, ты им позвонишь? Да-да, я позвоню, мамуль, только сейчас времени совсем нет. Погоди, погоди, мне с тобой посоветоваться надо. И ты представляешь, я недавно встретилась с человеком с одним, я с ним знакома 100 лет уже. Ты мам, даже с ним... слушай, мне сейчас очень некогда совсем. Там Кирюша один дома, Марина, если узнает, она ж меня убьет. Ага. Я побегу, пока. Беги. Слушай, ну что ты переживаешь? Скоро Ии кандидат с мачехи, та ее выставит. И вернется твоя блудная овечка домой. Ну, только вон мальчишку надо вернуть. А так, форсируй, ну. Ты что, забыла, что молодая и красивая? Я-то да уж. А выйдешь замуж за Олега, вообще не жизнь начнется, а сказка. Ну, конечно, появится надежный тыл. А Ике больше не придет в голову идти туда, где больше денег. Разве ты не этого хочешь? Я не хочу, чтобы моя дочь оставалась со мной только из-за денег, Ир. Ой, осторожно, тихо. Тетя Даш, я пить хочу. Сейчас, секунду, держи. Скоро домой пойдем. К маме. К маме. Гришка, ну хватит. Наверное, дома никого нет. Пойдем. Ну что ты? Ой. Ой, господи, Даша, привет. Привет. А я мастера вот тут жду. А, да, я поняла. Гриш, проходи. Раздевайся. Можно тебя на секундочку? Слушай, Лиль, хватит, а? Сейчас позвонишь своему мастеру и отменишь его. У Гришки есть свой дом. И есть ты. То он уже начинает думать, что он тебе не нужен. Ну как это не нужен? Очень даже нужен. Ну вот возьми и скажи ему об этом. Да, кстати, мы у Лоры были. Так вот он все прекрасно слышит. Он просто притворяется. Зачем? Чтоб ты его пожалела. Ну, когда ты собираешься в отпуск? Ну, вроде в июне. А что? Да нет, ничего. Только не говори, что ты поедешь на дачу. Ну, на дачу я в любом случае поеду. Родителям помогать. Ну так, если помечтать, конечно, то на Мальту очень хочется. Куда? На Мальту? Mm. Там же дышать невозможно, пылище. На Мальту. Там ни одного приличного пляжа. Ты знаешь, Ирка была, ей понравилось. Mm. Она фотографии привозила. Обалденные. Там море такое темное, как будто бронзовое. И стены древнего города, прямо около моря. И небо, как будто золотое. Нет, серьезно, очень красиво. Я даже потом во сне видела эти золотые небеса, правда? Так а в чем проблема? Выбери тур, я все оплачу. Да не об этом я. Господи. Да я сама все понимаю. Ну, конечно, надо все менять, и надо переходить в платную клинику, и ремонт надо в квартире сделать, и начать куда-то ездить, я понимаю. Так перейди, поезжай. Да какой ты умный. А на мое место придет какая-нибудь злобная, малознающая тетка, которая не больше 3 минут будет тратить на прием, а зарабатывать начнет на справках, на этих липовых бюллетенях, правильно? А что с моими пациентами будет, а? Иди ко мне.
Опа. Кушать захотелось. Вот и мне тоже. Бутерброды будешь? Давай. Угу. С сыром? Ты особенно-то на бутерброды не налегай. Уж в таком-то количестве. Подумай о фигуре. Пап, а ты поговорил насчет меня? Ну, со своим знакомым из модельного. Он сейчас в Милане и прилетит через неделю. Сразу пойдем. На, кушай. А если меня не возьмут? Что значит «не возьмут»? Я уже договорился. Папочка, это же замечательно. Спасибо большое-большое. Я так рада, я так рада. Ручку разбудишь, тихо. Пап, спасибо тебе огромное. А мама сказала, что если я... Ты, милая моя, ты давай определись, ладно? Ты кого слушаешь, меня, ее? Тебя, но... Вот не надо, прошу тебя, но... Значит, либо она, либо все-таки я. Либо ты живешь так, как мы с тобой наметили, либо ты возвращаешься к ней и гробишь там себя. Пожалуйста. Ты так говоришь, как будто мама монстр какой-то. Она не монстр. Давай я тебе объясню. Твоя мать не умеет зарабатывать деньги. Отсюда все проблемы. Максимум, на что она способна, это получить раз в квартал премию, свозить тебя на неделю в какой-нибудь зачуханный пансионат. Она прекрасно видит, как живут нормальные люди. Но поскольку себе она позволить этого не может, она пичкает тебя всякой ерундой. Она говорит, что деньги не главное, это понятно. А главное, там, взаимопонимание, все что угодно, духовность. Так вот, я тебе объясню, откуда берется эта духовность. А берется она от нищеты. У твоей матери денег едва-едва хватит на Третьяковку. А ведь есть еще Лувр. Как с ним? Ты согласна? Я не знаю. Ну? А что с лицом-то? Чего ты нос-то повесила? Послушай, Ика. Мы с тобой на выходных поедем к моему партнеру на дачу. Там такие люди будут. Такой величины. Или ты не поедешь? А? Ну? Конечно, поеду. Привет, мам. Через неделю я показываюсь в модельном агентстве. Папа обо всем договорился. Меня возьмут. Ты домой когда вернешься? Домой я не вернусь.
что с вами? Слушайте, что такое себя чувствуете? Я врач. Может быть, скорую вызвать, нет? Нет, спасибо. Что, сердце? Да, в кармане есть таблетки. В кармане есть таблетки. А водички есть у кого-нибудь? Сердце. Да плохо же. Лучше? Сейчас будет лучше. Давайте врача вызовем. Нет, спасибо, я позвоню мужу, он приедет. Спасибо. Ну вот она пока не вставайте. Хорошо. Ты нормально? Да, да, уже лучше. Спасибо, я хорошо. Позвоню мужу, все будет хорошо. Ладненько. Дежурный лейтенант Мысин. Адрес. Послушайте, вы уже звонили к нам. Сейчас пришлем наряд. Ждите, просто ждите. Что у вас? Здравствуйте. У меня на остановке кошелек украли. Кошелек украли? Кто? Парень небольшого роста, ну мне так кажется. Короче, вот вам бумага. Ага. Пишите имя, фамилия, где проживаете, как выглядел парень, как выглядел кошелек, что было в кошельке, ну и так далее. Ручку дайте, пожалуйста. Тоже украли? Нет. Просто нет с собой. Вот, пожалуйста. Спасибо. Домой, товарищ капитан? Домой, Мысин, домой. Видите, спасибо. У девушки кошелек украли, волнуется. А-а-а. Не хотите сдержаться? Сочувствую. Давно украли? Днем. Приходите завтра. Завтра? Завтра. А, ну понятно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Раззява. Девушка, стойте. Я поняла, надо прийти завтра. Да подождите вы. Понимаете, я отработал двое суток, от меня сейчас толку мало. Но заявление вы можете написать сегодня. Угу. Хотя жаль, что сразу не пришли. Вы знаете, я врач. У меня очень много вызовов сегодня было. В общем, обязательно приходите завтра. А стоит? Ой, Дашка, привет. Уже уходить собралась. Выручай. Соседи сверху затопили, в квартире потоп, кошмар какой-то. Лиль, у тебя совесть есть? Да клянусь тебе, честное слово. Вон у Гришки спроси. Гриш, ну скажи. Иди сюда на секундочку. Лиль, я не могу его сегодня взять. У меня кошелек со всей зарплаты украли, а холодильник пустой, чем мне его кормить. А он поужинал уже. Ну, на один вечер, пожалуйста. А завтра утром я его заберу. Выручай, Даш. Ну что, друг мой? Спасибо тебе. Гришаня, пока. Пойдем. До завтра. Заходи. Слушай, Гришаня, мне тебя даже угостить нечем. Может, блинов напечем? Ты блины любишь? Люблю. У меня мама тоже блины печет. Правда? У нас еще вишневое варенье есть. Моя мама даже пирожки печет. С капустой. Я очень люблю пирожки с капустой. Я маму очень сильно люблю. Я знаю. Будете разводить чайную ложку на стакан воды, только теплой обязательно. Хорошо? Спасибо. Вы придете в пятницу с 4 до 7. Ой, мы не сможем, у нас музыка. Ну, можно в четверг с 9 до часа. Ну, можно. Да? Отлично. Спасибо. Вы на фортепиано занимаетесь? Да. Вам случайно не нужно пианино? Старинное, австрийское. Вы знаете, спасибо большое, но у нас очень хороший инструмент. Ну, счастливо. Ну, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Саша. Будьте здоровы.
Добрый день. Это я вас беспокоил. Звонил насчет инструмента. Я вас жду. Проходите, да. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я ножки вытру. Да, да, не разувайтесь. Пожалуйста, вот сюда. Спасибо. Так. Угу. Вот. Так. Внешний вид неплохой. Угу. У него можно, да? Да, конечно. Пианино очень хорошее. Угу. Австрийское. Сколько вы хотите за инструмент? 25 000. Я дам вам 30. Это очень хороший инструмент. И если я дам вам меньше, меня просто совесть сожрет. Правда? Да. Тетя Даш, я рисунок нарисовала. Умничка, пойди чайник на кухню поставь. Привет, малыш. Здрасте. Здрасте. Чего же вы ребенка-то не учите играть, а? Да, ладно, я все понимаю, сейчас это не модно. Сейчас компьютеры, синтезаторы и все такое. А муж ваш дома? Мужа нет. Вы меня извините, я к чему спрашиваю? Дело в том, что у меня ужасно бестолковые грузчики, и им что шкаф переносить, что инструмент, все равно. Я просто хотел, чтобы кто-то проконтролировал. Ну, ничего, ладно, я сам. Миша, поднимайтесь. Да. Хорошо. И мы должны с вами рассчитаться. Да. Жалуйте. Спасибо. Я открою эти грузчики. Да, хорошо? Да, конечно. Так. Ребят, заходим. Побыстрее, побыстрее. Давайте. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я уберу хорошо то, что стоит. А, давайте я вам помогу. Да. Какая же вы симпатичная на фотографии. Здесь. Да и вообще не только на фотографиях. Очень здесь просто симпатичная. Да. Цветочек мы вот так вот сейчас сам уберем, чтобы ничего у нас не царапинки. Ничего, ничего. Вот, да. Ну что, мы с тобой все взяли? На кассу вот, идем? Да. Хорошо. Так, давай мороженое. Пожалуйста. Так. О, пакетик можно? Ага, давай складывай. Сейчас. 622 рубля 13 копеек. Пожалуйста. Не тяжело? Да нет. Давай помогу. Что-то не так? Да, не так. Деньги фальшивые. Я не понял. Вы продали ему пианино. За 5 000 рублей. Не за 5, за 30. Он дал мне 5000-ные купюры, 6 бумажек. Здравствуйте. Здрасте. Что опять у вас случилось? У нас пианино украли. Ничего себе. Пишите заявление. Написали уже. Так. А где остальные купюры? Ну, одну у меня в супермаркете изъяли, остальные дома. Что мне с ними теперь делать? Я понимаю, что вас это не обрадует, но нужно оформить изъятие купюр и сделать фоторобот. В общем, приходите завтра с 10 до 2. Я постараюсь. Пойдем. Что, не верите, что вам помогут? Ну, того, который кошелек украл, вы же не нашли? Не нашли. Но здесь другой случай. Тут работал психолог, я бы сказал, артист. В смысле? Он вам дал больше, чем вы хотели.
Вы сразу разволновались, выяснил про мужа, убедился, что никто не проверит. У пианино есть какие-нибудь особенности? Вмятины, царапины? Да нет, вроде вмятин, царапин нет. Инструмент антикварный. На двух клавишах в субконтрактаве не хватает накладок костяных. Где не хватает? На субконтрактаве. В общем, приходите завтра. Меня зовут Кротов Андрей Алексеевич. Я старший оперуполномоченный. Вы опер? Подкованный у вас сын. Тетя Даша, пойдемте. Спасибо, до свидания. До свидания. Весь вечер было плохо, а скорую вызывать не давал. Но ты же знаешь его, упрямый. Он и теперь, он сопротивляется в местную больницу ехать, ну, ни в какую, наотрез, ну, просто наотрез. Мам, сейчас я приеду. Нет, я приеду. Я не знаю, я придумаю, на чем. Все, давай, пока. Алло, Олег, ты прости, пожалуйста, что так поздно. У меня у отца подозрение на инфаркт. А мне надо ехать, электрички не ходят, ты не мог бы меня отвезти? Что? Какие трубы? Да говорю, у меня трубы лопнули в погребе. Ну, надо слесаря вызывать. Я, главное, недавно заходил, все было в порядке. Ага. Не, Даш, не смогу. Нет, ты поймай тачку, но потом мне расскажешь, как и что. Хорошо? Все, пока. Что, похож? Да не очень. Ладно, давайте еще раз попробуем. Всем привет. Ну, как успехи? Да никак. Вот уже полтора часа сидим, и ничего не выходит. Да? Ну, иди погуляй. Удачи. Так. У нас глаза не получаются. Я виноват, я ничего толком объяснить не могу. Вы все время чувствуете себя виноватой? Да. То есть нет. Иногда чувствую. Напрасно. Значит, глаза – зеркало души. А зачем вы пианино продали? Деньги нужны были. Угу. Я просто всю жизнь мечтал научиться играть на пианино. Вот, думаю, приду с работы, как заиграю Шопена или Бетховена. Вот так, посмотрите. Угу. Не похож. Вот такие как? А вот так уже гораздо лучше, да? Только уголочки вниз, если попробуйте. Вот так? Еще. Вот так? Ну, да, хорошо. Вот так похож. Прям? Похоже, правда. Прям совсем похож, да? Да. Угу. Ну и замечательно. Значит, распечатка.
Отпечатываем. Так. Вы не могли бы завтра подойти к часу дня? Я подготовлю кое-какие фотографии, чтобы окончательно убедиться. Так завтра же суббота. А мы работаем. Здравствуйте, Дарья Витальевна. Здрасте. Ну что же, в отделение не пришли? Времени не было. Понятно. А сейчас есть время? Нету. Мы на каток идем. Да ты что? А можно я с вами? Хоккей умеешь играть? Нет. Ну, будем учиться? У меня клюшки нет. А у вас коньки. Ну, ничего страшного, возьмем на прокат, заодно и фотографию посмотрите. Да? А, ну хорошо. Пойдем. Не замерзли, Даша? Ну так, не особо. А к нам не хотите присоединиться? Нам как раз защитника не хватает. Да нет, какой из меня защитник? Я так, группа поддержки. Ну тогда кричите, свистите и размахивайте шапкой. Меня дисквалифицировали. Ну и хорошо. Нам тоже пора закругляться. Даш, у меня будет к вам небольшая просьба. Есть у меня племянник. Справка нужна. А для чего? Для сада, для школы? Я сделаю, не вопрос. Вы же для этого, наверное, приехали, да? Да не нужна ему никакая справка. Просто он не очень ладит с другими детьми. Сестра его в сад не водит. Ну вот и я хотел попросить, может быть, я познакомлю его с Гришей? Ну, конечно. Ну, вот хорошо. Почему у тебя телефон выключен? Ты не хочешь со мной разговаривать? Мам, ну что ты меня мучаешь? У меня все в порядке. Дедушке плохо было. Что с ним? Опять сердце? Ты бы хоть навестила их? Да, да, конечно. Только на следующих выходных. Мы сегодня с папой едем к его партнеру на дачу. А тебе не кажется, что папин партнер мог бы подождать? Нет, не может. Папа расстроится, если я не поеду. А он так старается, чтобы я жила нормально. Кстати, вот, папа просил выбросить. Говорит, что бабушкин самовяз носит только сироты. У сирот нет бабушек. Да, Кирюш? Ика, идем. Мама не разрешает с чужими людьми разговаривать. Да-да, сейчас иду. Иди, Кирюш, иди. Пока, мам. И не приходи сюда больше. Папа сердится. Надо будет, сама к тебе приду. Я говорю, банк арестован. И где мне взять пол лимона наличкой? Вот мы как раз для этого и пришли узнать. Где, а главное, когда. Один месяц, прошу. Мне? Нужен один месяц, и все будет. Две недели. Ты и так нас очень подвел, Вадим. Как я вас подвел? И чем я вас подвел? Договор я подписал. Оборудование в санатории поставил. Сам остался без копейки. Да-да-да-да, и нас оставил без копейки. А человеку из министерства на приказ из своего кармана платить? Мы год подхода искали. Сазонов, мы же ведь, в отличие от тебя, мелочевкой не занимаемся. Для нас эта сделка была пробный шар. Дальше были планы, интересные планы. А теперь? Кто нам поверит теперь? Ты предлагаешь нам все заново начать?
Две недели. Даш, подожди. Подожди, привет. Привет. Я за Гришкой, соскучилась, не могу. Правда? Да. Ну, пойдем. Мама! Я тебя из окна видел. Солнышко ты мое родное. А я за тобой, домой пошли. Иди соберись. Я уже все собрал. Пойдем скорее домой. Пойдем, пойдем. Шар, пойдем. Завяжи, холодно. Холодно. Давай скажи тете Даше спасибо. Спасибо, тетя Даша. Даша, спасибо тебе. Пока. Пока. Иди сюда, я тебе шарфик завяжу. И пойдем. Тут у меня солнышко твое родное. Без подарка. Да ну что ты, главное, что ты пришла. Давай, раздевайся, я подержу. Давай, подержу. Все, давай, пошла. Проходите. Цветочки куда раздевайтесь. Поставить? Заберите букет у меня. Господи. Вот. Еще. Бокалы. Еще вот. Так, 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 бокалы, бокалы. Так, пакет у нас уже, наверное, на кухне. Шарики, давай наверх. Хорошо. Хорошо. Виноград надо помыть. С днем рождения. Спасибо. Вот к нам шампанское откроет. Открывай, я думаю, никак не можем, пожалуйста. Так, сейчас, подожди, надо здесь раздвинуть немножко. Да, держите, давайте. Яблоки доставай. Чего ты так долго открываешь? Я стою, стою. Привет. С днем рождения! Пальто она вдруг. Сонная какая-то. Что случилось? Чё, как-то неожиданно задремала. Сон такой приснился, как будто Илька ко мне сюда пришла. Да? А она даже не позвонила. Ну, ничего, ничего страшного. Еще не вечер. Обязательно позвонит. Обязательно поздравит. Ну. Да не, не позвонит. Она, наверное, забыла. Гришку меня забрали. Лёликова, возьми себя в руки. Я тебя умоляю. Пойдем, выпьем, шампусику накатим. Пойдем. Вообще. Что ты привязалась к бедному ребенку Грише? У него, в конце концов, есть мама, Даш.
Ну, в конце-то концов. Я вот где-то читала, это знаешь, как называется? Называется синдром отсутствующего ежика. Вот, точно. Тебе бесконечно нужно о ком-то заботиться, кому-то подливать молочка в блюдце. Ну. Слушай, у меня для тебя подарок. Угадай, какой. Подсказка – это средство, чтобы помолодеть и похорошеть. Крем от морщин. Крем от морщин. Какая ты банальная, Лёликова. Крем от морщин. В общем, мы с тобой в воскресенье летим на модный горнолыжный курорт. Ир, ты что, с ума сошла? Я не могу, у меня работа. Я на лыжах не стою, и лыж у меня нет. Ты что, нет? Даш, это называется проблемы? Это все решаемо. Ты едешь и точка. С тебя требуется только паспорт. Паспорта нет, вон Филимонович сделает. Ничего страшного. Зато вернешься. Молодая, красивая. Не так скажу. Еще моложе и еще красивее. М? Ирка, прости. Я не могу. Простите, дайте я помогу. А, если вам не сложно. Не подскажете, где ресепшн? Конечно. За мной. Симпатично. Симпатично. Даша, все только начинается. Считает бездарной тратой денег. Ага. Он такой занудный стал в последнее время. Не знаю, что с ним делать. Ну, знаешь, богатый муж, это, конечно, очень хорошо. Решает массу проблем, но создает другие. Ир, я тебя умоляю. Ну, какие у тебя проблемы? Какие? Дашка, у меня одна проблема. Я его не люблю. Я его ценю. Уважаю, благодарна ему за все то, что он для меня делает, но не люблю. Да, надо было сразу ребенка рожать, ты знаешь. Угу. А я как-то подумала, ладно, поживу для себя, успею. Успеешь. Филимоновичу 66, Даша, о чем ты? Ему 66, и никого он не хочет. Ему нужно тепло, уют, и я. И меня делить ни с кем он вообще не собирается. А уходить от него, это уж было бы вообще непорядочно. Ну, ты знаешь, я привыкла себе ни в чем не отказывать. Это да. Да, потому что самым главным я себе отказала. Чего смотришь? Дом бабкин хочу продать. Да ладно. Зачем? Подлатал бы, да ездил летом. Да ну, далеко. Хотя места там хорошие. Грибные. Грибные. Чего у тебя там? Центр объявлений? Ну-ка, дай газетку. Как ты покаталась? Шикарно. Да? Да. Вот если бы ты со мной пошла, ты бы видела, как я рассекала. Спасибо тебе огромное, что ты меня сюда затащила. Ты же понимаешь, я бы сама никогда в жизни бы сюда не приехала. Ну что ты, я сама рада. Слушай, Даш, я у тебя кое-что спросить хочу. Ты очень обидишься, если я в другой отель перееду? Зачем? Ну, я хочу побыть с Валерой. С
таким Валерой. Вот с этим? Ирка, ты что, рехнулась, что ли? Ты его знаешь? Я его знаю уже 2 года. Ага, ну понятно. То есть ты знала, что он здесь будет? Меня-то зачем сюда притащила? Даш, ну, Даш, ну, извини меня, пожалуйста. Ну, Даш, ну, ты же сама все прекрасно понимаешь. Филимонович меня одну никогда бы в жизни не отпустил. Ну, Даш, погуляй, поразвлекайся, покатайся. Вот, кстати, карточка, трать сколько тебе захочется, пожалуйста. Ты с ума сошла? Ты же знаешь, что я не возьму. Нет, ты, пожалуйста, возьми. Это как дополнение к подарку. Ну, пожалуйста, 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 Даш. Ладно? Все, я побежала. Увидимся в аэропорту. Отдыхай. Все хорошо. Она согласится. Извините. Вы из России? Я услышала русскую речь. А, из Москвы, да. А что? Я родился в Москве. Правда? Патриаршие пруды. Знаете, да? Да вы что? Я там живу. Приватизированные. Приватизированные квартиры, я тебе говорю. Откуда я знаю? Это вот пусть твои риэлторы выясняют. Насколько мне известно, старики сделали дарственную на свои доли. Давай, хорошо, только по-быстрому, времени мало. О чем думаешь? Думаю о том, что пора мне свою бывшую озадачить. А вдруг откажется? Да не откажется она. Не откажется. Спасибо. Вы знаете, меня ждут. Да, прошу вас. Благодарю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Я очень рад, что вы согласились прийти, Даша. Ну, я же обещала, Алекс. Алекс, это Александр? Александр, да. Спасибо. Как Пушкин и Блок. Любите русскую поэзию? Да, очень. Моя мама тоже любила. Ее звали Даша. Правда? Да. А мой отец называл ее Дагмар. Мой отец из Германии. Мы уехали из Москвы. Ух, даже не буду говорить. Вас еще не было. Очень давно. Мы можем выпить за знакомство. Давайте. А почему у вас такие печальные глаза? Кто-то вам сделал больно, близкий человек? Очень близкий. Но я бы не хотела об этом говорить. Ой, простите. Простите. Это моя дочь. Ей 15. Трудный возраст. Да, очень. Неожиданно решила жить с отцом. Хотя он ее не воспитывал. Он не очень порядочный человек. Но он ее отец. Она его, конечно, уважает. Я не знаю, как грамотно ей все объяснить. Вы здесь первый раз? Нет, 5-й. Я приезжаю сюда уже 5-й год. Здесь красиво. Да, красиво. И опасно. Здесь погиб мой сын. Я сказал ему, ты не готов. Тяжелая трасса. Он не слушал. Это было 5 лет назад. Ему было 15. Трудный возраст. Вот и я приезжаю сюда уже 5-й год подряд. Здесь я беседую с ним. Детям надо говорить все, что мучает. Пока не поздно.
У вас еще есть время, Даша? Есть. На, оранжевый, быстро. Смотри, тут можно поставить стоп, тогда машины тут не смогут ездить. Вот, смотри, видишь, не могут. Стоп, стоп, стоп. Давай гараж построим. Смотри. Так, построим вот сюда, это крыша. Дай мне вот эту детальку. Давай. Вадим! Давай, давай, помогай мне устанавливать гараж. Ты будешь приезжать с этой стороны. Вадим! Ну, в чем дело? Давай. Все, давай. Ты собралась? Тогда поехали, нам еще 2 часа в пробке стоять. Поехали. У меня пропали кольцо и серьги. Какие серьги? Какие серьги? Такие серьги, которые ты мне в Барселоне купил. Что значит? Где твой пульт? Открывай. Да. В свою комнату марш. Я правильно вас понял, что это ваша родная дочь? Да. Да, абсолютно правильно. К сожалению. Вы знаете, мне бы и в голову не пришло на нее такое подумать, но в нашей квартире установлена камера видеонаблюдения, так что... Вообще, у меня семья другая. Там девочка живет со своей матерью. Но та, к сожалению, не... И вот, в общем, я в шоке, честно говоря. Я просто в шоке. А девочка утверждает, что брала украшения, примеряла, любовалась ими, но вернула их, положила на место. Может быть, супруга не помнит, куда их сама положила? Что вы, капитан, по-вашему, мне нечем себя занять, как вот сюда ходить к вам? Я, между прочим, сейчас должен быть на приеме в итальянском посольстве. А я здесь. Да и кроме прочего, мне вовсе не улыбается, что в моем доме пропадают вещи. Дорогие вещи. Алло, дочь. Где? Как в тюрьме? Мама милая, да. Твоя доченька в КПЗ, что меня не удивляет. Нет, я не буду милосердным. Пусть посидит пару годиков. Наберется ума разума. Нечего сопли пускать. Вадим, я сделаю все, что ты скажешь. Только я тебя умоляю, забери, пожалуйста, заявление. Я клянусь тебе, я больше никогда тебя не побеспокою. Вадим! Значит, ты меня больше никогда не будешь доставать. Сама сказала, это первое. Второе. Я заберу заявление. Значит, мое предложение следующее. Ты выставляешь свою квартиру на продажу. Возвращаешь мне деньги, и мы с тобой в расчете. Вадим, ну, конечно, я продам, но ты же понимаешь, что это невозможно сделать так быстро. Я тебя очень прошу, сделай так, чтобы она там надолго не задержалась. Вытащи ее оттуда прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. А вы не подскажете, мне нужен билет на любой рейс, самый ближайший в Москву. Секунду. Что? Мне жаль, на ближайшие рейсы билетов нет. Ну как нет? Ну а что в таких случаях делают? Попробуйте поехать в аэропорт. Может быть, кто-то откажется от билета. Хорошо. Удачи. Алло, здравствуйте. А будьте добры, старшего оперуполномоченного Кротова. Спасибо. Андрей, это Даша. Мы уже попрощались, но я решил еще раз. Ну, счастливого вам пути. Спасибо. Ну, может быть, еще когда-нибудь встретимся. Случайно. Ну да. Обстоятельства сложились так, что я влетаю в Россию. В Москву. В Москву? Да. Ну и чего ты это смотришь? В РУВД уже сколько раз смотрели? Сейчас приду. Самохин? Что? Ну-ка, иди сюда. Вон, смотри, видишь? А что я должен увидеть? Ну вот, смотри, вот эта вот петля, на которой держится сережка. А на тех, что пропали, был английский замок. Это ее собственные сережки, а не мачехи. Она действительно все положила обратно, как и говорит.
Только на записи этого не видно. Прости меня. Я тебя люблю. Я тоже очень тебя люблю. Чего ты ревешь? А ты чего ревешь? Все будет хорошо. Сазонов твой неудачник и подлец. Ввязался он в одну аферу, а довести ее по-человечески до ума не смог. Продал оборудование, разницу хотел положить в карман, положил деньги в банк, банк лопнул. Поставщик требует деньги, брать неоткуда. Вот он и придумал эту историю с кражей. Ику подманил. Знал, сволочь, что ты для дочери ничего не пожалеешь. А что ты мне названиваешь? Что делать? Я тебе уже сказал 10 раз, что делать. Шмотки собирай и... А ты хочешь, чтобы меня здесь грохнули, что ли, в темном переулке где-нибудь? Все! Гражданин Сазонов, капитан Мельников, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. У нас есть к вам несколько вопросов. Я не могу. Почему? Все устала.